Всем здравствуйте! Сегодня будем приводить теплицу в порядок. Опять мы приехали, и опять тут куча сорняков. Будем выкапывать наши цветочки, которые у нас тут росли. Сейчас я вам их покажу. И пересаживать их на новое место. А в теплице у нас поселятся помидоры и огурцы. Вот такие вот цветы у нас растут. Пионы, вот еще один пион, тюльпаны уже отцвели, какие-то только начинают расти. Но тюльпаны у нас в корзиночках должны быть посажены, вот мы сейчас их в корзиночках перенесем на новое место. Пионы тоже должны быть в корзинках. Сейчас мы с вами это и посмотрим. Будем удалять все сорняки, в общем, приводить теплицу в божеский вид и сажать. Ну вот у нас теплица потихонечку приобретает должный вид для теплицы. Тот ряд еще не делали. Здесь уже помидоры посажены. И здесь тоже. Это мамина заслуга. Она вчера весь день возилась в теплице. Сегодня у нас дождь, плохая погода. И сегодня мы уезжаем домой. Очень грустно. Сейчас покажу, что на улице творится. Вот так вот дождик идет. Мелкий, но идет. Наш лес.